Друзья, всем привет. Такие кулаки с газели притащили. Короче, разбил посадки под подшипник. Их тут наварили. Ну, центра как бы есть. Ну, такие они, блин. Почисти их, если. Конечно, одну установку надо проточить. Посадку вот под один подшипник вот сюда. Второй подшипник. Резьбу нарезать под гайку. Гайка М24, шаг полтора. И сделать паз. Здесь паз должен быть. Вот, то есть, вот так. Сейчас будем пробовать. И вторая у нас такая же. Красота неописуемая. Ну что, вот я обновил центра. В дрельку взял центр и обновил. Проточил первый раз. Ну, выявились раковины, как говорил не я. Раз, вот эту стал протачивать посадку под сальник. Здесь раковинка. Человек приехал, забрал, заваривал опять. Я не стал ничего варить. Здесь тоже раковинка. Здесь тоже много было раковин. Сейчас ставим, еще раз протачим. Центр поставил, его обновил. Упираем вот эту часть в кулачок. И все тут у нас офигенно устанавливается. Какой частью? Вот этой большой. Да, вот так вот. Подпираем задним центром. Хоп. Упираем в кулачок. Так, обороты 250, так как, ну, она кривая, будет ее колбасить сильно. Сейчас сначала проходным вот эти все шишки собьем. А потом будем уже размерчик по микрометру фигарить. И резьбу сразу нарежем, потом пластиковую прогоним. Погнали. Вожу вручную. Чтобы чувствовал. Подаю по индикатору, ввожу чистовые размеры, 35, и в минусе сотка должна быть. Подача 007. Еще 16 соток. Так, 16 соток. Подаем 5. Делаем проход. По идее должно в минус 10 соток уехать все дело. Thank you.
Еще 7 соточек. Ну, короче, таким макаром добиваемся того, что нам нужно. Чтобы было 35, ну, минус соточку. Подшипник 35, минус 2 сотки. Делаем канавку для выхода резца. Все, сейчас будем резьбу резать. Так, режем резьбу. Обороты те же. 250. Касаемся, обнуляемся. Так, коснулись. Обнулились. Подали 0,2. Останавливаем аккуратно, так как на центрах деталь. Меряем шаг. Шаг полтора. Мажем смальцем и салом. Короче, такой фигней. И погнали, подаем 0,5. Миллиметр. Так, 1,25. И полтора. Еще чуть-чуть. Еще 0,2.
вот что у нас получилось. Проще, конечно, эту деталюху купить. Блин, сказали сделать, надо сделать. В принципе, все классно. Короче, получается в плюсе сотка относительно подшипника. Конечно, такие уж дорогие эти деталюхи. Ну что делать? Ну, мне считай опыт. В принципе, на грузовиках суть такая же, наверное. Гайка. Гайка, конечно, новая. А здесь уже расплющена. Вот так. Все. Опа, все ништяк. Все сядет, все будет циклировать. Друзья, понравился видос? Ставим лайкос, подписываемся на канал. Всем спасибо за внимание. До свидания.